Им рукоплескали зрители в разных странах планеты, от Канады до Японии. Они побеждали в самых престижных международных конкурсах, а их последователи только делают первые шаги на пути к мировому признанию. В оперном театре на 60-летний юбилей Новосибирского хореографического училища собрались выпускники разных лет. Анатолий Харитонов подробнее. Композиция из балета Адольфа Адена «Корсар» в исполнении студентов Новосибирского государственного хореографического училища открывает гала-концерт. Знаменитые выпускники этого заведения, в том числе народная артистка России Анна Жарова и солист Большого театра Семен Чудин, выступают во втором отделении на сцене виртуозные партии из «Лебединого озера», «Спартака» и «Спящей красавицы». Изначально наша школа была создана прежде для того, чтобы наш огромный масштабный театр, мы имеем самое большое здание в России театральное, обеспечить кадрами. И они прежде всего идут в наш театр, потому что здесь есть колоссальные возможности для творческого процесса. Новосибирское хореографическое училище создали в конце 50-х на базе Московской и Ленинградской балетных школ. Берут самых талантливых после третьего класса, затем 8 лет изнурительных тренировок. Получается, с другими сверстниками мы не общались. Там погулять не сходишь, день рождения иногда свои пропускаешь. То есть таких вот обычных детских развлечений не было в жизни. Нет, не жалею, это сейчас танцуем на сцене нашего прекрасного театра. Но не все студенты Новосибирского хореографического становятся артистами балета. Одни не выдерживают сильных нагрузок, в училище занимаются 6 дней в неделю, другие, особенно в переходном возрасте, теряют пластичность и не растут в профессиональном плане. К тому же есть риск получить травму, после которой о карьере танцовщика придется забыть. Балет – такое искусство, которое требует очень трепетного отношения к себе и тщательного подхода к изучению материала. Иногда звучат общие замечания, которые ты должен услышать и воспринять на себя. Даже если это замечание звучит другому человеку, проверить, а торчит ли у меня это плечо, что у меня со спиной. Художественный руководитель рассказывает, в 60-е годы от желающих поступить в Новосибирское хореографическое училище отбоя не было. Спокойный был набор, просто педагоги сидели и вот отбирали, тут целыми днями сидели, отбирали. По 5, по 6, по 10, а то и по 13 человек на место было. Вот. Сейчас посложнее, 3, 4, а то и 5 человек на место. Сегодня в хореографическом училище преподают и современные направления, например, contemporary и модерн. Профессионалы говорят, чтобы в совершенстве овладеть этими стилями, нужны базовые знания, которые, в свою очередь, дает классический танец. Студентов готовят для Новосибирского оперного. Впрочем, каждый выбирает сам, где выступать. Выпускники училища блистают на сценах США, Канады, Японии, Кореи и Швейцарии. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов. Новости ОТС.